Книга «Открытым оком», тема «Богослужение», 15 том, вопрос 2997. Почему просфору и святую воду нужно употреблять только натощак? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Так утвердился обычай, и его считают благочестивым. Но нам нет на это никаких оснований в Священном Писании. Апостолы вкушали вечеру Господня, то есть причащались после сытного ужина шашлыком. Книга Евангелие от Луки 22:20. Также и часу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Апостолы именно так и поняли, и никаких натощак не умыслили. 1 Коринфянам 1:25. Также и чашу после вечери, и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Вечери – это ужин, трапеза обычная. А причастие было после вечери. Книга Послание Иуды 1.12. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Сирахова 10.21. Да вечеряют с тобой мужи праведные, и слава твоя да будет в страхе Господнем. На вечеру Господню войдут те, кто его принял, кто уверовал в него, как в своего Спасителя, омывшего его кровью своей, понесшего его грехи. 3 Езра 2.38. Встаньте и стойте, и смотрите, какое число знаменованных на вечере Господней. Откровение 3.20. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною.